Сначала дети позвали Снегурочку, затем вышел и Дедушка Мороз. Дети рассказывали стишки и получали подарки, а потом все вместе пустились в хоровод. И много-много радости детишкам принесла. Подарки детям собирали все следователи Следственного комитета по Бурятии. Помогая санаторному дому, они уже давно и посещают своих подшефных несколько раз в году. Подарки, которые сыщики привезли в этот раз, можно назвать как сделанные своими руками, поскольку упаковки и конфеты были куплены отдельно и расфасованы собственными силами. Эти подарки, они необходимы детям из детского дома, потому что они так несколько обделены в жизни, да, не получают какой-то семейной заботы, семейной ласки, любви, да. Но в такие дни, в такие праздничные дни мы стараемся сделать для них какое-то добро, да, устроить какие-то праздничные мероприятия, то есть, ну и благодарностью для нас, конечно, служат их улыбки. Сейчас в санаторном детском доме находится 61 ребенок. В основном это дети, чьи родители лишены родительских прав. Воспитатели говорят, благодаря бескорыстной помощи неравнодушных людей дети учатся доброте. А это первое, чему их так важно научить в это время. Во-первых, это доброта. Это понимание их, потому что они лишены тепла-то материнского. Вот. И самое главное – тепло, доброта, взаимопонимание друг друга, прежде всего. Дмитрий Гамбоев, Вячеслав Батоев. Новости дня.